Бог заповідав нести Євангія до краю землі. Чи є краєм землі Камбоджа, розкажуть нам сьогоднішні гості. Mm. Сьогодні зі мною Олег і Наташа Нікішові, місіонери з Камбоджі. Привіт! Привіт! Перше запитання: чому місіонерство і чому саме в Камбоджу? Ну, ми, мабуть, місіонерстві особливо не думали. Вот. Но Бог так сделал, что направил нас в этом направлении. Мы когда поженились, мы долго молились, рассуждали, где Бог хочет нас видеть. И мы просили Господа так, что покажи нам место, где ну, мы будем действительно полезны, где есть нужда. И мы не могли найти этого места долго. Кажется, вот молишься, просишь у Господа, я хочу тебя служить, но Господь как-то не показывает. Мы находились в служении, мы ну, делали, не сидели без дела, но понимали, что как бы мы делаем служение, но можно и не делать. То есть mm -hmm. церковь в этом особо не, не нуждается. И потом где-то через два года, как мы поженились, нам а, позвонил Женя Ева, Евгения Ева. Я у него был год на миссии в Египте, и он предложил нам поехать в Камбоджу. Mm -hmm. И наша первая реакция была какая? Там вот же идея-то и что это? Да, Ни за что мы туда не поедем. Но потом еще прошел год, и Бог нас еще год готовил, и опять как бы не давал ответ на нашу молитву. И через год мы опять связались с Женей, и решили, что надо все-таки поехать. Мы решили, что поеду я и он на месяц, как на разведку. И после того, как я съездил, да, мы увидели, там действительно есть огромная нужда. И мы с женой советовались, молились, думали и решили, что надо ехать, мы там нужны. Видимо, Бог нас туда ведет. Так вот. Какой был наибольший шок протягом пребывания там? О, шок там... Там, наверное, сплошной шок вообще страна Камбоджа. В ней страшная антисанитария. Uh -huh. Первое, наверное, что впечатлило, то, что люди везде бросают мусор. То есть они идут, там, выпили бутылку, они хоп выбросили. Uh -huh. Они не смотрят даже куда они бросают, просто бросают. И это может быть и, либо речка, они плывут там на лодочке, выбросили, либо просто по улице mm -hmm. идут. И везде, везде, вот, ну, просто вместо травы пластик лежит. И пакеты, стаканчики. Они все, все в пакеты. У них даже пакеты на вес продаются. То есть у них нельзя купить одну штучку. Там, килограммчик, полкилограммчика. Да. И, наверное, еще одна. Еще когда. Шок такой был один. Идешь по рынку, а там по, по центру, ну как бы дорожки, течет канализация обычно стоп, И ага. вот один день солнце так хорошо светило, я смотрю канализация так блестит красиво, так аж переливается. Мне стало так интересно, что же там такое? Я пригнулся посмотреть. И там представляете, вся эта канализация, она такая мелкими личинками осеена, они так крутятся, переливаются, Ой. задают такой красивый ну, вот да. блеск. Я особенно не сильно приятно когда ты в это вступаешь. Ну да, или кто-то выливает. Да, что они там вот. все сливают: курицу потрошат, сливают рыб, маникюр делают, волосы, моют. все это в эту канализацию Ты Рядом с этой канализацией ты покупаешь фрукты, овощи, потому mm -hmm. что они на земле все да, разложили. На, на газетке лежат да. рядом просто. И не мои людейки прибирают, ну это все. Каждый сам за собою, як может. Может быть, є, но ми їх не видим. Добре. Скільки разів ви хотіли все кинути и поїхати додому, і чи було таке? Було таке. У нас у нас действительно стояв такой вопрос: ми не просто хотіли, а был вопрос о здоров'ям, и ми просили церковь молиться. и просто ну, могли уехать. Или, по крайней мере, Натуля бы уехала на mm -hmm. какой-то период, потом вернулась, когда у здоровья улучшилось. Но потом, слава богу, так немножко лучше стало, и мы уже дотерпели до Украины, чтобы приехать сюда. Вот. То есть... Ну, ну может можно один раз такой был, когда мы конкретно mm -hmm. думали уже об уезде, ну, временном. Но, слава богу, оно перешло в такую плавную хроническую форму, и мы дотерпели. А в период миссионерской поездки кто вас поддерживал финансово? О, ну, нас поддерживали заказчики, мои заказчики. То есть я на них работала, они нас поддерживали. Кем ты притягивался? Да, я делаю сайты, ну то есть я удаленно делал проекты и так вот обеспечил семью. Также нас поддерживала церковь наша, еще одна церковь. И, ну так, единоразово люди кто-то переводил, поддерживал. Но в целом это вышло где-то, может, около 30% от необходимого бюджета. Так что большую часть времени просто приходилось ну, работать. И... Как апостол Павел. Палатки шить только ну, на современный лад. Олег, сколько раз ты можешь себе от подлоги? 20. Ти боїшся уколів? Mm, Ні. Що ти вперше подумав, коли вийшов з літака в Камбоджі? Жарка. Жарка. В тебе були воші? Так. Да. Коли ти ці підозрів, що Діда Мороза не існує? Вода 4, 5. Басейн чи океан? Океан. Похід у гори чи засмагання? змагання? Mm, засмагання. Океан і засмагання. Опиши свою дружину трьома словами. Мудре, добре, красиве. Змія чи скорпіон? Скорпіон. Україна чи Камбоджа? Україна. Тебе кусала ядовіті створіння? Да. Ти боїшся темряви? Mm -mm. Торгувалась на ринку? Да. Яка сама огидна їжа, яку ти їла? Не знаю, стараюсь не їсти огидну їжу. Без чого ти ніколи не вийдеш з дому? Без телефону. Ти боїшся літати в літаку? Mm -mm. Що ти подумала, коли вперше побачила Олега? Гарні очі. Пишикам моджу трьома словами. Жара, низенькі люди. Посмішка. Дякую. Розкажіть про момент або ситуацію, коли ви чітко бачили Божу руку над вами. Ну, мабуть, таких моментів було несколько, але, да? мабуть, наймасштабніший, глобальний був це в нашому служенні, в мусульманському селі. Uh -huh. Ми дуже довго. искали какие-то пути, чтобы начать там служение, так как Камбоджа буддистская страна, mm -hmm. и там религия буддизм, но очень сейчас интенсивно развивается мусульманство. И мы хотели работать с определенной народностью, чуя, с ними никто не работает, но ну, мы знаем одного человека, миссионера там. Эти люди, они очень закрыты, консервативны, они никого не подпускают, и мы искали какие-то пути. Mm -hmm. И Бог дал нам ответ такой. Мы... То есть... А... Мы приехали к лидеру села и договариваемся, ну что мы можем сделать. И предложили ему провести кукольную постановку для деток. Ну он говорит, ну хорошо, приезжайте. И когда мы приехали уже, то место, которое нам дали, мечеть. Вот. Ого. И мы были так немножко удивлены. Немножко боялись. Да, ага. да ну мы же начали все расставлять, там стойки, ширмы а, ставить. И потом, ну, чтобы собрать детей, лидер села идет, поднимается к громкоговорителю в мечети и «давай созывать детей, и так, детишки, быстренько приходим сюда, тут приехали кукольную постановку показывать». Кто был в мусульманских странах, кто знает, что этот громкоговоритель обычно используется, чтобы призвать на молитву mm -hmm. мусульман. Да, да. А сейчас как бы вот лидер зовет, чтобы пришли mm -hmm. и смотрели нашу кукольную постановку. И через это мы увидели mm -hmm. вот, Господь это все контролирует, Господь знает, что он делает, и он с нами. Еще потом интересно, что мы предложили им английский язык преподавать после, угу. у нас был разговор с лидером, он говорит, да, да, хорошо, и дали классы, школы при примечательные. Да, там, где все. изучают ну, саму религию ислам, и там, где арабский язык учат, нам угу. дали эти классы. То есть сзади на доске написан Коран, вот мы его вытираем быстренько и пишем английский там всякое такое. Так что да, это было благословение в этом плане. Так, ну а у тебя вот постановка кукольного, наш была христианинка, там еще такого плана, это, ну, никто не забороняв, ну, а, цепь. Конечно, если бы мы рассказали бы а, Евангелие в чистом виде через кукольную постановку, то у нас были бы большие проблемы, <свят> и мы <свят> потом бы не вошли бы в это село. А, но есть как бы смежные определенные темы в мусульманстве и христианстве, и мы начали через них. Uh -huh. То есть, например, uh -huh. Бог творец, да, и вот то, что есть Бог, и мы там все под ним ходим, мы должны его слушаться и так далее. Вот, ну, а потом в дальнейшем, когда, конечно, у тебя налаживаются отношения с людьми, тогда можно уже что-то говорить более ну, ближе к евангелию. Да, и когда уже мы закончили yeah. наше служение английского языка и уже планировали в Украину лететь, мы провели такое последнее Праздник. финальное, да. Такое собрание наше и урок провели, и игры были, подарочки такие были хорошие. И интересно было, что Бог дал возможность нам сказать Евангелие этим деткам, потому что это то, к чему мы шли, да. Угу. И мы взяли с собой девочку, которая на их родном языке с молом ну, христианка, рассказать Евангелие. Интересно было, что вот эта школа находится рядом мечеть. В мечети происходит какое-то собрание, там вот пришли все села там на молитву или не знаю. Мужчины пришли. Да, мужчины. И рядом мы говорим Евангелие. То есть там даже заглядывали женщины, которые не были в мечети. Ну mm -hmm. и слава Богу, что мы оттуда ушли живыми. <laughs> да, есть... Потому что это было больше такое благодать mm -hmm. для нас. Какие решения были наиважнее для вас по этой миссионерской поиске? Uh, наверное, как такового одного решения не было, но было много важных и сложных решений, mm -hmm. uh, мелких. Особенно, mm -hmm. когда ты устал, когда тебе там что-то уже надоело, когда ты хочешь вернуться домой и просто прийти к терапевту. Или ты хочешь там, выпить молока, которое там стоит бешеных денег в Камбодже. И под всем этим стрессом тебе нужно было все равно вставать, идти и делать. Вот. А еще очень важно — это сохранять отношения с Господом, молиться, читать Писание и тоже находить для этого время, когда постоянно вот эта суета. Mm -hmm. Это тоже было ну, не всегда легко. Поэтому мелкие решения. То есть в этом стрессе лишь можно было покладаться на Бога и лишь да. на Его силы. Mm -hmm. да. Семья Никишовых до поездки в Камбоджу и после. Есть разница или нет? Ну, наверное, видимо, это да. то, что мы похудали. Да, Сильно? Я на килограмм 5, может быть. Да, я может на 2-3. Из таких, можно сказать, внутренних духовных изменений первое было то, что мы научились ценить, ценить больше то, что мы имели и то, что мы имеем сейчас, ну или тогда мы были в Камбодже, мы ценили то, что там было, потому что даже то, что там было, не все имеют. Это так как Бог нас менял, и то, что мы сейчас практикуем тоже. И, наверное, второе — это доверие Богу. Mm -hmm. Мы учились во всем полагаться на Него. Даже вот медицина, даже ну, у тебя есть деньги, но ты не можешь ничего сделать, потому что там нет уровня этого медицины, когда тебе могут помочь. Но ты только на Бога полагаешься. И это, наверное, вот доверие и ценить то, что есть, это самое самое что как, на нас змінив Бог. А в ключі медицини, ну так дійсно немає лікарів взагалі, ти потім, якщо щось трапилось, або ну, там якась катастрофа, травма. Угу. Є речі, які вони ну, можуть То вирішити. Тобто, наприклад, у нас був грибковий отит, mm -hmm. там угу. Mm із-за -hmm. влажності. Тобто нам допомогли, там є навіть український врач, якого ми знайшли, ми угу. нього mm -hmm. були, вона допомагає. Ну, якщо щось більш серйозне, якщо у тебе потрібно там аналізи, обслідування пройти, На это стоит ну, колоссальных в основном денег. То есть, например, говорит, есть деньги. Но там ситуация такая. Если ты хочешь достаточный уровень медицины, как у нас хотя бы в Украине, угу. то это стоит колоссальных денег. То есть в раз 25 дороже, чем в Украине. Ну а если ты хочешь за адекватные деньги, то... Тебе не надо тут тихо Да, Местные врачи тебе ничем не помогут. Угу. Вы ставили себе цели перед поездкой, и через могли вы ви их выполнить? Да. да. Ну, во-первых, хочется сказать, что цели, которые мы ставили по служению, в общем, то, наверное, Бог их перечеркнул жирной линией, да. поэтому мы их не выполнили. Потому что мы когда приехали, то Бог многие моменты, он повел по-другому, не так, как мы ожидали или думали. В этот год мы ехали, чтобы помочь Евгению и Еве. Угу. Это наша была такая цель и фокус чтобы начать служение, чтобы помочь, чтобы было вместе, чтобы было легче, и в принципе да, мы ее выполнили. Ну то есть mm -hmm. на этот ход, да. Камбоджа, очарование и реальность. Mm. Ну поначалу, когда нам только сказали про Камбоджу, mm -hmm. мы думали, что это страна, где ну какие-то джунгли, люди там живут в домиках, да, на палочках, да, да. но они действительно в них живут. Но не да, все. но как-то мы не думали, что там есть какая-либо цивилизация. Uh -huh. Но когда приехали, в принципе, нормально, как у нас в селе. Uh -huh. то, есть. Да. то есть я ездил на месяц сначала, как бы на разведку. Я приехал, пострел. Ну, жить можно, в принципе, uh -huh. есть там кирпичные дома. Вот, пускай они не такие, как у нас, но они есть. Uh -huh. Вот есть цивилизация есть хоть какая-то медицина, то есть там руку сломаешь или аппендицит тебе помогут. Mm -hmm. А, ну и, наверное, еще интересный момент то, что мы там были месяц, и мы с Женей быстро пробежались, там, ну, рынки, магазины, mm -hmm. хостовары, посмотрели, вроде бы все есть, все хорошо, как бы, mm -hmm. одежда продается. И мы же... Да, по факту расскажем. когда приехали, ну, нам сказали, как женам, там, все есть, все купить можно. Ничего вести не надо. Мы особо брали самое только нужное, приехали, а там ну, буквально все нужно было и одежды больше брать, потому что там ну, стиль одежды это вот пижамы у них вот такой стиль, синтетика из еды там все их специи какие-то местные, эти китайские, мы даже не знаем, ну, как его едят, там, но оно все для нас непривычное, надо было свое все брать. Поэтому mm -hmm. мы так уже ждали. Да, качество всех товаров очень низкое. Yeah. То есть э, надо было, может быть, и плоскогубцы даже везти, потому что вот, например, покупаешь плоскогубцы, они стоят примерно как у нас, но качество очень низкое. А, я их взял первый раз в руки, mm -hmm. мне нужно было кое-что там повернуть, и у меня одна клешня mm -hmm. просто пополам отвалилась. Ну и так почти совсем. То есть и ты, ты что-то покупаешь, например, какую-то технику, там, э, это духовочка у нас такая была электро, и ты вот, Ти просто ждеш в ожиданні, коли воно зламається просто. І вернуть гарантії, ну таких понімань взагалі нету. Тобто ти купила, сколько воно проработає? Місяць, два, полгоди, то вже тебе повезло. Якщо да. <laughs> ви раді повернення в Україну. Да. Так? Угу. У нас дуже богослоє страна. Ви б були в Камбоджі, ви повернулися mm -hmm. в Україну. У вас є плани знову поїхати або щось інше? Uh, у нас зараз плани. Uh, улучшить наше состояние здоровья. Uh -huh. Мы сейчас проходим разные обследования, потому что в Камбодже ехать больным нельзя. Но, как вы поняли, там очень сложно с этим. И если все хорошо, Бог благословит, как бы не будет никаких сложностей, то в сентябре, октябре даст Бог, возвращаемся обратно uh -huh. и хотим учить язык, быть год в столице находиться, потому что, ну, только там можно действительно выучить язык в столице именно. Uh -huh. вот. Uh, ви сказали, що 30% вашого доходу це пожертви від церков. Mm -hmm. Якщо з наших глядачів є ті, хто хочуть підтримати вас фінансово, як це зробити? Це дуже просто можна зробити. Це перевести на карточку Приватбанка. Тобто там в Камбодже вставляєш карточку, знімаєш місце валюті, це взагалі без вопросов. Ну, либо Western Union, MoneyGram, международные переводи таким образом. Я думаю, ви погодитесь, це було дуже цікаве відео, тому що ми бачили, що Бог дійсно працює через своїх дітей не лише в Україні, а і по всьому світу. Підписатись на наш канал, побачимось наступного тижня.